А сегодня я продался вот этому чуваку. Давайте честно, вы же любите туториалы? Думаю, если вы подписались на меня больше месяца назад, то да. Ну, в общем, на канале этого чувака вы найдете кучу туториалов по редактору Geometry Dash и не только. Ссылку на него я оставлю в описании. Плагиат гитары. Плагиат. Окей, сейчас придумаю оригинальный контент. Короче, чуваки, сейчас я буду пытаться запрыгнуть в коробку в Quantum Break. Ладно, это все шутки. Добро пожаловать на третью часть днище Google Play. Извините, конечно, но сейчас я стараюсь менять свой контент, к тому же стримлю почти каждый день. И выпускать чаще, чем одно видео в неделю у меня не получается. Давайте попробуем поиграть в копии GTA на Видроиде. Да, именно на нем. Хера себе графика на телефоне. Правда, лицо мыльцо, но ладно. Давайте скачаю ее. Запускаем игру, и нам сразу показывают, что она сделана на Unity 3D, и... Ох, что-то в этой игре графен обрезали. Очень обрезали. Давайте пробежимся. Только не по карте, а по сюжету. По карте проедемся на машине, это же GTA все-таки. Проблемы с доступом к joycasino.com? Ладно, похер на 30-секундную рекламу, которую, между прочим, нельзя пропустить. Ну и на карту, которая тут по размеру как в копателе. Окей, давайте выйду и посмотрю, что у нас за первая миссия в этой игре. Вы вообще можете представить, что бы было, если эта GTA была бы реальностью? Я вот представляю. Проблемы с доступом к joycasino.com? Первая миссия заключается в том, что какой-то чувак спрятал чьи-то пакеты, которые нужно найти. Причем они настолько сильно спрятаны, что... Шучу, нихера они не спрятаны, это сделано, чтобы погонять нас по карте, и разработчики получили деньги с рекламы, которая проигрывается каждый раз, когда ты садишься или выходишь с машины. Я вот задаюсь вопросом, а как мне доехать туда, куда нужно? Как вы поняли, я не лыком шитый и буду реже ездить в машине. В общем, я собрал пакеты, принес их тому чуваку. Он натянул их на голову и задохнулся. И все, игра закончилась. Нет, все гораздо хуже. Нам говорят, что опять нужно проехаться на машине по карте. И, к сожалению, предыдущий способ не работает. Придется ехать. В общем, мы тут едем по контрольным точкам с идеальным управлением. Вот, я немного пропущу. Короче, без слез пройти эту миссию у меня не получилось. Вы что, думаете, что нам эти деньги за миссии дают, потому что мы можем что-то купить? Хер там. В этой игре абсолютно ничего нет, в том числе магазина. Но осталась только одна миссия, там, где нужно кататься на машинах. И, в общем-то, я это пропущу. Вот, значит, мы прошли третью и в то же время последнюю миссию. Давайте побегаем по пустой карте, там, где нету людей, но зато есть один подъезд и море, в котором можно поплавать. Я передумал. Зря, что видео так долго не было, я тоже иногда устаю и мне приходится отдыхать. Как, например, сегодня я делал видос и не стримил. Видос вряд ли зайдет, но все-таки давайте попробуем набрать 1000 лайков. По крайней мере, попытка не пытка. Трансляция иногда не будет проводиться, потому что я выматываюсь и начинаю оскорблять некоторых людей прямо на ютубе. Да, именно оскорблять. Надеюсь, все будет хорошо, ну а пока что подписывайтесь на канал и ставьте лайки на это видео. С вами был Неллис, всем пока.